Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов. При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к заданиям, указанные у вас в КИМ. Правильно заполнить бланк экзаменационного листа, соблюсти все необходимые требования предстоит будущим выпускникам при сдаче единого госэкзамена. А пока за партой родители и представители администрации экзаменационный мандраж испытывают на себе. Министерство образования Московской области проводит уникальную возможность – пробный экзамен для родителей, который проводится уже в течение 5 лет последних, чтобы родители попробовали, как же дети сдают экзамены, и посмотрели все на самом деле. В 2 классах школы «Флагман» экзамен по истории. На выполнение 30 минут. Регламент строгий. 5 вопросов, 2 из них с развернутым ответом. Юлия Щербинина, мама будущего выпускника, таким способом решила поддержать и вникнуть в предстоящие выпускные испытания. Вот на самом деле переживаний больше было. То есть вот эти вот, ты не понимаешь, что происходит, у тебя забирают телефон, как-то вот такая обстановка немножко напряженная, но в целом написать можно. Если родителям экзаменационная обстановка показалась волнительной, то для старшеклассников, по мнению педагогов, это дело скорее привычное. Весь год они готовятся к подобным тестам, изучают пройденный материал. Здесь спокойная обстановка, спокойные представители школы, которые помогают в аудитории. Я думаю, у наших детей все получится. Освежили знания по истории, обсудили вместе с учителями важные вопросы и, кажется, немного успокоились. Да и педагоги заверили, что во время самых главных экзаменов в жизни их детей они будут рядом. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».